Мен атым Амирбек Айза, мен 6-шы А сынып оқушысымын. Мына жерде кастинг тігіп отырмын. Мен болашағымда дизайнер болуды армандаймын. Осы қыздарды тігін машинаға үйретіп, ертең өздеріне бұйым заттар тігіп, осындай қазақ құрақ жасап, неше түрлі бұйым жасауға үйретуге кабинет осындай ашылып жатыр. Сегодня для нас очень приятный день. Мы открываем в школе-интернате номер 10 города Алматы для детей с малообеспеченных семей. Две мастерские. Есть еще столярная мастерская при поддержке компании «Флэйл». В этих двух мастерских было установлено большое количество совершенно нового оборудования. В швейной мастерской появились 4 новых швейных машины, 1 промышленная машина, оверлок, отпариватель, гладильная доска. В общем, все, чтобы очень безопасно, комфортно шить просто прекрасные, чудесные различные изделия, там, вышивки, поделки делать и так далее. В мастерской столярной есть, я просто на самом деле действительно в восторге от того, что там есть, потому что это настолько удобное оборудование для того, чтобы мальчики могли очень-очень интересные работы делать там, от самых простых, от того, что нужно просто что-то научиться правильно крепить, набивать. И вот они уже сейчас в классе делают скворечники, которые потом будут все наделить. Балалар рисаған ойды? Балалар рисаған.